Да, наши аромапроцедуры и обертывание с лепестками роз и маслом авокадо не оставят вас равнодушными. Будем вас пристально ожидать. Потому что мне совершенно очевидно, если ничего не предпринимать, ты останешься старой девой. Ты сколько лет назад рассталась с Игорем? 2. Потрясающе. А дальше полный штиль. И ты рассчитываешь, сидя дома, и общаясь с тетками, которые покупают у тебя косметику, выйти замуж? Ну, твоя работа, что ли? Это у тебя работа, Катя, это у меня работа. Я каждый день общаюсь с новыми интересными людьми, с мужчинами. А ты, Катя, ты ведь клуша. Ну, что делать? Ну... Как что? Нужно принять решение. Я решила. Ты купишь машину. Так поздно, ведь магазин-то уже закрыт. Ну, не сейчас же, Катя! Я водить не умею. Никто изначально водить не умеет. Получишь права, научишься водить. Ну, Тиночка, ну мне это честное слово, сейчас вот совершенно не нужна машина. Катя, мне так надоели твои бредни. Я иду ловить машину. Я это все на метро не допру. Все. Спасибо. Это Тина, моя подружка. Тарантино всегда знает, что мне делать. Да у вас просто-напросто аллергия. Вы ложитесь, ложитесь. Ну, так и есть. И, может быть, у меня никогда ничего подобного не было. Для начала антигистаминное. Потом только займемся лицом. Надо понять, почему у вас аллергия. Может быть, вы ели что-то не то. Или косметика новая. Это пыльца. Точно. У меня весь салон в этих, в цветах. Извините, опять. Сейчас. Будьте здоровы. Все началось, когда я ее купила, эту мандаринину. Кать? Ну не я же. Кто машину купил? Кто права получил? Здравствуй, новая жизнь. Все, Катя, у тебя началась новая жизнь. Машина не средство передвижения, а машина средство общения. Мужчина всегда обращает внимание на эффектных девушек. Смотри, уже гудят. Лучший вариант, Катюх, это пробка. Смотри, опять гудят. Ты стоишь, а рядом милашка в сексуальным торсом. Мигает тебе. Ты открываешь окно и... Все. Здравствуйте. Хочу сказать, вы великолепно водите. Разрешите представиться. Леонид. У меня строительный бизнес, жизнь устроена. Но вот женской теплоты и ласки не хватает. А что вы делаете сегодня вечером? Давайте поужинаем. Хотя, давайте прямо сейчас пообедаем. Пожалуйста. 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 Ты что творишь, а? Ездить надо уметь, ты тут посреди полосы стоишь. Пешком ходите! Хам, ты что, парень, фриш, а? Ты коза, у меня контракт горит! Козел! На велосипеде катайтесь! Пошел вон, Катя! Да, оставь окно, поехали отсюда! Быстрее, Катя! А? Заводи быстрее! Ой, а меня тоже один такой подрезал, гад. Прям перед носом проехал. Ну что ты мне себе шин проколол, а? Нет, хорошо, еще рядом со мной Макс был. А то я от испуга руль бросила. Так бы врезалась, реально. Да, точно, я тоже так делаю. Одни идиоты кругом ездят. Ну, да не говорите вообще. Ну вот, сейчас отек спадет. А кто это Тина? Тина флорист. Подружка моя. Женщина очень умная, опытная. 2 раза замужем была. Угу. И оба удачно. Угу. Мужчинами жонглируют, как кеглями. Раз и все.
Очень хорошо, что у тебя сигнальный цвет авто. Это значит, что хозяйка машины очень жизнерадостная. Черт, да пропустите, боже. Кать, ну мы опаздываем. И вообще, я считаю, что если даже какая-то мелкая поломка, это тоже повод для знакомства. Так что надо каждую ситуацию брать в свои руки. Я? Что это, Кать? Ты дверь открыть не можешь, а? Ты что ржешь? Извините, я случайно. Права купила, что ли, а? Иди сюда. Извините, пожалуйста. Еще батончик? Нет. А что это за колечко? Знаете? Да. На ВДНХ купила. Горный хрусталь. А почему мне не взяла? Да ерунда. Чего он разорался-то? У него вообще ничего нет. А у тебя только эта штука поцарапана. Кать! Кать, планы меняются. Нужно срочно отвезти каталог букетов клиенту. Поехали на Зеленскую. Садись. Слава богу, я страховку оформила. А мужики? На дороге вообще одни хамы. Они считают, что женщинам не надо садиться за руль. Шовинисты. Точно. А сами-то? То они пьяные, то у них секс в машине, то у них спидометр испорчен. Нет, женщины на дороге определенно дисциплинированнее. Женщина за рулем – это стильно. Это факт. Mm-hmm. Потому что у женщин нервная система значительно прочнее. И потом у них машины чище. Ну, вообще, конечно, полная засада. Как только мужик поинтереснее, обязательно с блондинкой на соседнем сиденье. Или на драндулете на каком-нибудь. Обидно. Да, хороший мужчина не залеживается. Товар ходовой, быстро разбирают. Ну, вообще, их много интересных ездит. Так, вот этот мы ему и предложим. Модно и дорого. Тебе, кстати, Катя, здесь тоже не помешало бы чего-нибудь романтического добавить. А давай вот здесь и здесь маленькие такие букетики прикрепим. Стой! Ой, мы чуть не проехали, Катя. Подожди, здесь нельзя парковаться, по-моему. Ну как нельзя? Посмотри, сколько машин стоит. Не, давай я лучше во двор заеду. Ну, давай быстрее, как. Я на 15 минут суну ему каталог. Угу. Раскручу на бабки обратно. А ты сходи, йогурт мне купи. У меня живот болит уже. Я целый день с тобой мотаюсь, Катя. Здравствуйте. Хочу вам сказать, что вы великолепно припарковали свою машину. Я Леонид. У меня строительный бизнес. Жизнь устроена. Но очень не хватает женского тепла и ласки. Что вы делаете сегодня вечером? Могу я вас пригласить на ужин? Пожалуйста, не отказывайтесь. Дура! Ты будешь думать, как машину парковать? Вот бабы! Кать! Что случилось, Кать? Что происходит?
Я вот купила. Слушай, а что он будет? Зовешь только кого-то? Слушай, я удивляюсь мужикам. Мобильные есть, они все гудят. Как будто позвонить нельзя. Ну, поехали. Кать, ты что делаешь? Ты куда едешь? Ты же за рулем, Кать! Соберись! Все, Катюня, я ушла. Сейчас едешь, смотришь по сторонам, поняла? Особое внимание уделяет джипам и другим дорогим иномаркам. Соберись. Все, пока, целую. Кошмар! Как же я одна-то поеду? Какой джип поехал. Так, надо рядом пристроиться. Там наверняка какой-нибудь в бейсболке. Блин, да почему в таких тачках только эти швабры модельные ездят, а? И чем круче у них тачка, тем пухлее у них губы. Старпер, а туда же. Правда, но покупают прав. Потом сигналят. О, господи, ну надо же как-то тут припарковаться у магазина. Ой. Что-то я задремала. А давно я сплю? Ой. Я сейчас Варвару позову. Хорошо. Варька, пойдем быстрее, там эта клиентка. Что? Проснулась. И что? Варька, Варь, ты чего пьяная? Молодец. Припарковался. Права где брал? Девушка налила, чего налила? Чё, стрелка? Вот чёрт. Не, симпатичный все-таки мужик. Вежливый. Да. Есть еще мужчины. Угу. Я вот тоже пожалела. Думаю, надо было все-таки как-то с ним познакомиться, что ли. А потом подумала, магазин у меня рядом. Живу я близко. Может, мы вообще соседи? Я, конечно, сразу же Тиночке позвонила. Тиночка? Ты представляешь себе, Тина работает, представляешь? Так и написал. Слово в слово. Симпатичный. Угу. Лет 30. Я не знаю, я не видела кольца, он в машине сидел. Тим, что делать? Да, хорошо. Теперь каждый день буду в этот магазин заезжать. Ага. Замечательный магазин. Да. Все, целую тебя. Целую тебя. Пока. Пока. Несколько дней, как заведенная, ходила в этот магазин, ходила, но нету красного джипа. А потом?
Милая, прекрасная незнакомка. Наконец-то я нашел вас. А я прочла вашу записку. Кать, ты что? Катя? Ты чё? Тина? Чего? Тина? Да. Это он. Кто? Герой романа? Так чего стоим? Пошли. Куда? Ты чё? Навстречу. Судьбе навстречу. Леонтиночка, мама, может, он не хочет, наверное. Катя, он хочет. Хочет, но только об этом еще не знает. Пошли. Давай, выходи. Леонтиночка, да. Ну, может, не это? Нужно. Пошли. Я не могу. Катя, ты что, с ума сошла? Что за детский сад ты разводишь? Пошли! Я стесняюсь, я машину не подожду, пожалуйста. Я ничего не знаю, пошли! Тиночка, ну не надо! Что, маленькая девочка? Катя, ты что, смеешься надо мной? Только я буду молчать, Тина! Хорошо. Здравствуйте, молодой человек. Меня зовут Тина, а это моя подруга Катя. А это ее оранжевая машина. Здравствуйте. 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 Вы куда, молодой человек? Извините. Знаете, моя подруга, она очень стеснительная. Вы кофе, что ли, пьете? Растворимый? Вот человек, это же вредно для здоровья, вы разве не знаете? Я вам предлагаю пойти с нами в кафе. Вот там вот рядышком вообще замечательная кафешка, посидим, да? А видите ли, я... У меня другие планы. Другие планы, ладно. Ну, Ларочка, послушайте, ну о чем вы говорите? Вы что, стеснительный такой же, как моя подруга? Вы вроде бы не из робкого десятка. Я не принимаю никаких отказов. Так, ну, вот здесь, я думаю, мы подровняем. А вот здесь мы из вас делаем конфетку. Вас муж не узнает. Ой, Варь! Что? Да вы что? Вы что с ней сделали? Идиотка! Кретинка! Это что за цвет? Вы обупели, что ли? Что это такое? Девушка, это креатив. Если не нравится, я подровняю. Я тебе выровняю. Ты на Казанском вокзале теперь равнять будешь. Ты полы теперь там мыть будешь. Ты унитазы там теперь будешь мыть с такими руками, а? Изуродовала. Вы не волнуйтесь, это недоразумение, мы все исправим. Что вы исправите? Что, меня муж теперь домой не пустит с такой прической? Вы что? Подождите, всегда можно нарастить в крайнем случае. За счет салона. Можно купить парик. Ты мозги себе купи, курица. Девушка! Да подождите. Да она пьяная. Ну точно пьяная на работу вышла. О, красота. Глаза чуть-чуть опухли. У вас что-то случилось? У нас нет там, у клиентки проблемы. А можно все-таки для глаз что-нибудь придумать? Да-да, конечно. А вы чем занимаетесь? Не говорите. Дайте мне угадать. Вы бизнесмен. Катюня, он бизнесмен. Знаете почему? Катенька, она тоже бизнес-вумен. Вот у него маленький женский бизнес, косметика, парфюмерия, помады. Кстати, Катюня вам сама расскажет. Друзья мои, мне пора, труба зовет, я должна спешить. Было очень приятно с вами познакомиться. Катюня, пока. А вы еще кофе не хотите? Нет, спасибо. А вы... Давно возите? Да, лет 10. А вы? Я недавно купила про...
машину. А сколько лошадиных сил? В смысле? В смысле под капотом. А, 220. А какой расход топлива на квадратный... Просто на километр? По трассе 10 литров, а в городском цикле еще больше. А вы, собственно, кто? В смысле, чего хотели-то? Ага, вы понимаете, просто ваша записка, которую вы мне написали, она... Какая записка? Ну, про стрелку вы мне подворник прилепили, это записка... Я вам... Я вам не писал никакой записки. Как? В общем, это оказался не Дима. Я так расстроилась. Он был ничего. Да и неловко как-то. Купилась я машину. Ну, водить нужно, как человек. Пробки эти, дороги. Как все прошло? Хорошо все прошло, только это не он. Как не он? А кто? Откуда я знаю? Конь в пальто. Ненавижу. Кого ты ненавидишь? Тебя ненавижу. Себя ненавижу. Машину ненавижу. Всех ненавижу. Все, хватит меня. Мужиков, свиданий, все, доигралась. Я никому не нужна, вожу отвратительно. Общаться с мужчинами не умею. Буду сидеть дома и есть батончики. И бензин у меня закончился. Понятно. Значит, на Бауманскую мы не поедем. Так значит, вы выпивали? Ну, я это... Для тонуса. Вот для тонуса вы сейчас напишите заявление по собственному, а я доложу об этом руководству. Ну, Сюзанночка Степановна, ну, ах, вот так вот, да? Угу. И ладно, и я сама уйду, потому что у меня куча предложений. Потому что я кто? Я мастер. Да, Сюзанна Степановна, я не какая-нибудь там, алло, мы будем вас пристально ждать, да? Я профессионал. Широкого профиля. Я, между прочим, получила первый приз на конкурсе «Мастер Балашиха». Еще в училище. И у меня, между прочим, клиентура. Да уж, видали мы таких специалистов. Сюзан, зря ты так. Всякое бывает. Мы же коллектив. Но обстоятельства у нее. Ну, фигово с клиенткой вышло. Ну, понять-то бабу можно. Такая проблема. Проблема? Это у меня проблема. Я вынуждена была компенсировать клиентке моральный ущерб. А челочка оказалась очень дорогая. Крем для лица, шампунь, бальзам, средство для роста волос. Краска для волос – 2. Крем для рук – лак Бетина по 440 рублей. 5 штук. Нет, мое терпение лопнуло. Ну, вычтите из Варькиной зарплаты. Ну, Сюзанна, что ж мы между собой не разберемся? Давайте возьмем ее на поруки. Вы возьмете ее под руки и выведете из салона эту алкоголичку. А между прочим, когда у вас беда случилась? Мы вам все помогли. И Варька, между прочим, тоже. А ведь она, кстати, на кардиган копила. Так и не купила. Эх. Что ж, я не понимаю, почему все думают, что я стерва. Я не стерва. Сесть за руль – это вообще стресс. А тут еще такое. Угу. В общем, я 2 дня действительно валялась на диване и ела батончики. Но потом батончики закончились, и мне пришлось выйти в магазин. Тина, он мне опять написал.
Он не может на меня без волнения смотреть. Я выразительно. Тина? Да откуда я знаю, кто? Он сам меня нашел. Че? Че делать? А, ага, хорошо. Да, все поняла. А что вам посоветовала ваша Тина? Взять себя в руки и отправиться на поиски незнакомца. Тина всегда со мной. И потом, она не может доверить мою судьбу мне в руки. А я так занервничала. А когда я нервничаю, лучшего средства, чем батончики, не найти. Здрасте. Здрасте. Батончиков мне извините, пожалуйста, вот этих вот красных. Каких? Вон тех. Сколько? Килограмм. 100. Че 100? 100 грамм всего осталось. А что, больше нету? Грузят. Че? Товар грузят, девушка. Извините. Под ноги смотреть надо. У меня же коробки, вы могли бы отойти. Я тороплюсь. Я тоже за 5 минут товар принять не могу. Да что за магазин такой? Продать нифига не могут, еще толкают. Рис, вон та коробка с батончиками. Потом разберемся, а то сейчас тут скандал будет. Чего вы мне хамите-то? Это, я так понимаю, вместо спасибо. Ну? Вот тут. Ну вот, будем снимать. Вот. Теперь будем ездить, искать незнакомца. Ну и по Тинкиным делам. За рулем попрактикуюсь заодно. Все. О, спасибо. Маска такая замечательная. Ну успокойся ты. Она бесчеловечная. Она злобная, одинокая стерва. Тише ты. Она тоже очень даже несчастная. Слушай, Варь, не гони лошадей. Я поговорю с Сюзанной, а ты пока возьми отпуск за свой счет на несколько дней. А там все уладится. Правда? Ой, Людася. Ты знаешь, мне же даже идти некуда. Это же я вот так вот все. Ну что у вас тут? Мне девчонки сказали. Тума! Ну не реви. Может, все еще уладится, не реви. Девочки, вы не подумайте, я же не алкоголичка какая-нибудь. Нет, это же у меня все временно. Вы же понимаете, что такое бывает в жизни. Вот. Трансляция генетического кода на рибосомах. А это ты на что намекаешь? Я у Алика нашла. Ёперный балет. Это что, они такое в школе учат? Тут же ничего не понятно, кроме одного слова «на». Да при чем здесь это-то? Там фотография. А на фотографии девица лет 20, а то и 25. Вся накрашенная, явно девица легкого поведения. Ну, ты знаешь, в таком возрасте мальчикам иногда нравятся женщины разные. Люд, ты с ума сошла? Ему 15 лет. 15. Но он сказал, что это не его. Люд. Он ночами не спит. У него в комнате свет горит. Что не спросишь, он хамит. Люд, я не знаю. Вот если что... Если что, что? Ну, что-что? Что ты меня не понимаешь? Ты же сама мать. Люд, а если он влюбился? Ну ты что, с чего ты взяла, что влюбился? С какого переляху? Ну? Здравствуйте. 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 Что у вас? Намажьте меня, пожалуйста, чем-нибудь возбуждающим, ну, влекущим, ароматным. Ну вот, чтобы вот ни один мужчина бы... Не ушел? Да.
Не волнуйтесь, располагайтесь. Ну, как у вас с поисками? Ой. Ой, вы знаете, так все закрутилось вообще. Привет. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Ну, Катя. Ну, Катя! Интересно. Это любовь с первого, максимум второго взгляда. А что ты там за губы? Нет, там никакого поцелуя. Ну, прекрасно. Поехали. Куда? Ромео твоего искать. Только давай сначала заедем на электрозаводскую. Мне нужно пакетики отдать клиенту. Ну что, ну пока еще рано, все равно его явно нет. Около магазина. Тома, вы в своем уме? У вас там работа непочатый край. Вы тут ля-ля-ля-ля. Да-да, Сюзанна Степановна, иду. Простите, пожалуйста, у вас все хорошо? Да, спасибо. Валик сюда не забудьте. Это она нам после варки гайки закручивает. И все хорошо, что все обошлось. Я Варе звонила, вроде бы все у нее ничего. Она через 3 дня на работу выйдет. Ну и хорошо. Я в этом магазине уже все скупила. Мне кажется, продавцы подумают, что у меня 7 по лавкам. Ну, конечно, ты же наверняка купила стратегический запас батончиков. Нет. Кстати, они не думают, что у тебя арава троглодитов. Они думают, что у тебя булимия. Пошли. Тина. Тебе не кажется странным, что он в этом магазине отоваривается, а? Ну, мог бы в приличный супермаркет заехать. Ну, Катя, мужики же, они ленивые. Типичные консерваторы. Все. Вот что, батончики закончились? Это вообще не ваше дело, хлам. Пожалуйста. Эй, вы что там делаете? Кто, я? Не я же. Что случилось? А, так это что, ваша машина? Да, что случилось? А, тогда понятно. Значит, вы начинающие. Ну, я так и подумал, когда вам писал про стрелку. Так это вы? Я. Ну, записку на стекло под дворник. А, ну да. Но вы же правила нарушили. Должны были меня пропустить. У меня была главная дорога. Ну что за дела? Стою там как дура, отсвечиваю. Покупаю жвачку пачку за пачку, а ты тут зависаешь. Что за диалог? Слушай, кончай, нам пора. Надо искать твоего героя. Да он уже нашелся, Тина. Кто это? Ты что, с ума сошла? Катя, поехали на Варшаву. Мне пора работать. С твоей паранойей пора кончать. Садись. Поехали. Здравствуйте, рада вас видеть. Вы на процедуры? Готовитесь ко встрече. Готовлюсь. Мне нужна Людмила. Людмила? Кувалдина. А вы по записи? У нее сейчас клиентка. Нет, я по личному вопросу. К Людмиле по личному? Да. Это очень важно. Я ее муж. Ее кто? Бывший. Вы знаете, он мне так понравился, с ума сойти. Такой симпатичный, с юмором. И вежливый. Это тоже важно, правда? Однозначно. Людмила, там внизу мужчина. У меня все плотно, все по записи, полный забор. Нет, там ваш муж. Вежливый такой и обходительный. Спасибо. А ты чего это вдруг? Люд, я все решил. Я знаю, что нам надо делать. Он решил. Нет, мне это нравится. Решатель, а? А что ты решал 15 лет? И главное, где ты это решал?
Люд, ну ты только не заводись. Все, у меня там все. Я же сказал, ну, не начинай сначала, а? А я и не начинаю. Я еще и не закончила. Вот, смотри. Что, что это? Это два билета. На круизный лайнер «Регина» по всему Средиземноморью. Ёперный балет. Это что, ёлки? На корабле? Квалдин. Тамара, загрузка и расходные материалы. Я что еще хотела? Нужно маски заказывать. Вы бы дали полный список? Сюзанна Степановна, я же уже говорила. У меня полный комплект, все есть. Ну да, да. Что-то случилось? Какие-то проблемы? Людмила уезжает в круиз. Куда? С мужем. Рано еще, по-моему. Ага, надо еще полежать. Ну вот. А потом мы с Геной. Ну, вернее, я. Что-то хотели? Батончики. Я... мне... У вас тут мужчина? Коробки носит. Не надо. В смысле, у меня машина. Сломалась, капот не открывается. Какой капот? Передний. Как его зовут? Кого? Ну, этот... этого... Коробки носит. А, Гена! Сейчас. Гена! Ген! Тут к тебе пришли! А... Вы? Я. А, у меня машина. Капот сломался. Ага. С чего вы решили, что я разбираюсь в машинах? А, ну, просто вы похожи на мужчину. Ой, в смысле, на настоящего мужчину. На мужчину, который разбирается в автомобилях. Спасибо. Первый раз комплимент сделали. Ну, идемте. А... Покажете, что там у вас. Вот. Вот теперь пора. Будете как огурчик. В общем, я вечером Тине говорю. Кать, давай на Краснопресненскую. Только быстрее. Я в цейтноте. Пробки? Ничего, заводи, прорвемся, Кать. Ты знаешь, а он оказался очень даже ничего. Про машины много всего знает. Как бы есть о чем поговорить. С кем? С Геной. Из магазина. Это на «Газели», который, что ли? Угу. А он еще, знаешь, что написал? Вы обворожительны, не могу без волнения на вас смотреть. Кать, ну... Ты тотальная идиотка? Да. Да какой Гена? Из магазина. Но это же я, Кать, я тебе написала. Что написала? Ну, ту, вторую записку. Как ты? Я? Ну, зачем? Ты валялась на диване, планировала поправиться килограмм на 10. Мне надо было тебя стимульнуть. Стимульнула? Да. Забирай свои шмотки и давай. Чего?
пешком иди, говорю. Чего? Значит. Я же такого не ожидала. Я самостоятельный человек. Взрослая женщина. Не, ну понятно, у нее больше опыта. Она даже замужем была. Но я тоже разбираюсь в мужчинах. Я же только ее вожу. У меня, между прочим, собственные дела, у меня собственный бизнес. Ну, пусть небольшой, но все-таки постоянные клиентки. Да кто она такая, в конце концов, вообще? Алло. Тиночка, привет. Это я. Да, Катя. Ну, слушай, я могу тебя отвезти. Ну, куда тебе? Центр? Да, хорошо, давай. Я еду. Скоро буду. Вы же говорили. Я отходчивая. Угу. Не могу долго обижаться. Ну и потом Тарантиночка все-таки, ну, она моя единственная подруга. Понятно. Эти нежности, Кать. Смотри, что у меня есть. Сразу мириться. Угу. Я тоже отходчивая. Зато теперь она вас учить не будет. Катюня, зачем тебе мужик на газели? Ну ты сама подумай. Тебе придется теперь работать и на себя, и на него. Тебе нужен мужчина без материальных проблем, без вредных привычек и с уравновешенным характером. И не женатый. Такие только на сайтах знакомств бывают. Тоже вариант. Кать, пообещай, что ты больше не будешь с ним встречаться. У вас что, что-то уже было? Ой. Я так и думала. Ну все. Теперь он от тебя не отвяжется. Мужики ведь на этом подвисают. Кстати, едем-то куда? На Войковскую. И что вы решили? Да что решать-то? Надо действовать. Звонил? Нет, пока. Но мне надо быть в каждую минуту готовой. Чтобы, как вы говорите, ни одна мышь не прошла. Мимо. Угу. Хотя я боюсь мышей. Люд, так это правда? Конечно. Приехал и чуть на колени не рухнул. Вон цветы подарил.
Ой, бабы дуры, мечтают о мужиках, ждут, ищут. Помнишь эту горе-автомобилистку? Ну да. Вот, типичный случай. Тоже искала идеал. Слушай, Томка, а я еще ничего не знаю.